Вот у меня как бы началась вирусная инфекция. Я в дороге еду уже давно. Что делать? То есть я сегодня был в бане. Там я знаю, какие специи побеждают вирус. Вы знаете? Скажите, у меня есть в Инстаграме, в Ютубе и так далее. Послание вам. В этом послании я рассказываю, как защититься от вирусной инфекции. Чтобы не было мучительно больно за своих детей, там, мужей и так далее. Это простые какие-то вещи, которые надо посмотреть. 7 минут там ролик, видеоролик. Вот. И кто из вас посмотрел? Помогает уже? Помогло? Кому помогло уже? Поднимите руку. А? Помогает. Вот. Мне уже пишут многие люди благодарности. То есть нужно это сделать, то есть то, что там говорится, профилактика. И я вот тоже делаю эту профилактику и решил еще пойти в баню. Но там есть опасность, если вирус очень сильно активен в организме, то баня делает хуже. А если не сильно активен, тогда лучше. И там у меня так на грани было, мне было сложно понять. И когда я лежал в парной, то я просто настроился. В какой-то момент я почувствовал страх от этого вируса, что он как бы идет внутрь организма, пытается его уничтожить за счет повышенного кровотока. Я просто настроился на победу. А настрой на победу активизирует защитные силы организма. То есть ты выбираешь жизнь, значит, активизируется жизнь. Выбираешь смерть, значит, активизируется смерть. Ну, то есть все зависит от твоего выбора. Мне было тяжело, но я так настроился, не испугался. И начал дальше лежать в парной. Ну, то есть я лежал столько, сколько мне надо. Хотя было страшно, боялся перегреться, потому что есть болезнь. В результате я стал легче. Почему? Потому что есть знание, что делать. Ну, то есть страх – это просто объем работы, и все. Это не то, что, значит, все будет плохо. Страх указывает на то, что нужно что-то делать. Но если человек делает все правильно, страх проходит. Это значит, что все нормально.